Спасибо большое всем, что откликнулись на наше предложение. Меня зовут Владимир. Значит, наши цели вот через интеллект тренировки помочь людям стать осознанными и, соответственно, спасти планету от уничтожения. И мы начинаем вот такими маленькими шажками, убираем мусор, чистим от наклеек наш город, чтобы показать пример остальным жителям и попросить, чтобы присоединились к нам людей побольше. Мы хотим убрать, во-первых, все наклейки, которые есть на столбах. Мы подобрали краску специальную. Мы будем сегодня закрашивать вот такие вот телефонные столбы. Мы выходим и идем в сторону кафе Нера. Видите любую наклейку, вы ее смело сдираете, чистите столб. Дальше идет другая бригада, которая закрашивает это все дело. Сегодня у нас не субботник, сегодня у нас воскресенье. И в воскресенье собралось большое количество людей для того, чтобы очистить Гермасоя. Именно сегодня мы будем убирать, чистить и красить. Давайте посмотрим, как было и как стало. Сейчас люди распределяются, потому что кто-то пойдет по набережной, кто-то пойдет внутрь к морю. У каждого будет своя задача. Каждый берет на себя ответственность по уборке. Ребят, вы какую задачу на себя взяли? Вы собираете мусор, да? Молодцы, смотрите, потом мы посмотрим, как было и как стало. Люди, будьте ответственны. Смотрите, даже дети сегодня будут участвовать в уборке территории. Девчонки, привет! Какую функцию взяли на себя? Молодцы, сила. Как думаете, кто мусорит больше, туристы, либо мы сами? Честно говоря, я думаю, что все, местные жители и туристы. Так, а мы уверенной походкой подошли к вот этому домику, о котором мы уже снимали сюжет. Смотрите, какой он весь раскрашенный, грязный, некрасивый. Сегодня именно этот домик будет облагорожен благодаря нам. Обратите внимание, наших людей видно сразу. Идут с пакетами и взрослые, и дети, и убирают мусор. Совершенно ответственная аудитория. Молодцы. Ничего себе, не прошло и 5 минут, а у вас уже целые мешки. А это значит что? Это значит, что у нас очень много мусора. Ох ты ж, обратите внимание, работа кипит. Работайте, работайте, я вас не отвлекаю. Видали как? Обратите внимание, наши люди везде. Какая у вас сегодня задача? Здравствуйте. Здравствуйте, задача сегодня открывать наклейки со столбов. Супер! Вот побольше бы таких активистов, людей, у нас бы точно был бы чистый город. А как вы думаете, все-таки мусорят, да? Больше туристы, либо местные жители? Однозначно местные жители. Местные? Да. Наказать. Вот, девчонки, молодцы. Акция еще только началась. Наверное, прошло, не знаю, ну, может, минут 10. Они уже мешки собрали. А вот скажите мне, пожалуйста, ваше мнение все-таки, да? Мусорят больше туристы, либо местные жители? И те, и другие. Ребята, привет! Какую задачу сегодня взяли себе? Столпы. Смотрите, пришел первый улов. Видите, сколько уже мешков? И ведь это еще только начало. Владимир, как обстоят дела? Дела обстоят отлично. Как вы думаете, сколько сегодня человек приняло участие в акции? Я думаю, человек 50, наверное. Человек 50 в парке, как тараканы разбрелись. Кто-то возле моря, да, кто-то? Да, кто-то возле моря, везде. То есть в разных местах люди занимаются. Расходные материалы кончаются, то есть патроны у людей кончаются. Я поехал за патронами. Все, давай.